Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Возлюбленные Христе, братья и сестры, сегодняшний праздник, праздник преображения, в подробности описан святыми евангелистами и Лукою, и Матфеем. В данном случае у нас Евангелие от Матфея. И мы имеем подробное, четкое описание этого праздника. «Преобразился Господь пред ними, и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет. И вот явился им Моисей и Илия, с ним беседующий. При всем Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть, если хочешь, сделаем тебе три кущи, тебе одну Моисею и одну Илии. Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, и все глаз из облака глаголящий: сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайте». Итак, ко всем к нам Слово Господне. «Все есть Сын мой возлюбленный, в Нем же мое благоволение». Господь сказал избранным ученикам о Своем Сыне, Господе Иисусе Христе. И это сказано всем нам в лице избранных апостолов, только трех из двенадцати, которые, вот появилось слово такое «фаворит», избранные, поднявшиеся с ними на гору Фавор. И им только это было сказано, да и тем было Господь заповедал, чтобы они не говорили об этом всем прочим, пока Господь не воскреснет. «Возлюбил нас, братья, Господь, увидеть...» Это я сейчас хочу немножко отрывочек сделать из священномученика Фадея Успенского, из его проповеди. «Сподобил нас, братья, Господь, увидеть светлый и радостный праздник божественного своего преображения. И еще 7 дней Святая Церковь будет назидать нас светлорадостными песнопениями этого праздника. Но как душа наша вчера и ныне воспринимала в себя это духовное питье, так ли, как алчущие и жаждущие, которые, найдя приятную сладостную пищу, вкушают и как бы не насыщаются? Или, как говорится в одной из песней праздника: «Привлекл еси любовью меня спаси, и применил еси божественным твоим желанием, но попали огнем невещественным грехи моя, и насытитеся твоей я пищи с подобием, да обо ей играю величаю, блажи величия твоя». Можем ли мы в своих молитвах и слушании песнопений праздника здесь сказать то же, что сказал апостол Петр на горе Фавор: «Добро нам зде быть»? Без сомнения, только немногие могут сказать о себе что-либо подобное. Состояние же духа большинства не подобно ли состоянию апостолов того времени, как осиял их на Фаворе свет Божества Христова? Апостолы – лучшие, избранные, фавориты, были отягчены сном во время молитвы Господа, в то время, когда началось чудное изменение вида преобразившегося Господа. Так и из нас многие, вспоминая это чудесное событие здесь, в церкви, не были ли отягчены духовным сном и леностью? И не являются ли сейчас отягчены? Апостолы, отягченные сном, потом совершенно отогнали его. А некоторые из нас успели ли сделать это хотя бы до самого окончания службы? Давайте, время еще есть. Давайте успеем, да, правда? Стараемся. Поэтому-то Святая Церковь старается возбудить нас от подобного сна. «Восстанете, ленивые, и же всегда низу поникшие в землю, души мои я помыслы, возьмитесь и возвытеся на высоту божественного восхождения. Прийдите к Петру и Зеведеевым братьям, вкупе с ними Фаворскую гору достигнем, да видим с ними славу
Бога нашего. Отчего же объял многих из нас духовный сон и леность? От того, прежде всего, что многие совсем не разумеют или очень мало разумеют значение преображения Господня, как и апостолы не сразу разумели это значение. Им Господь даже запретил говорить о своем божественном преображении, донде же Сын Человеческий из мертвых воскресе. Зачем преобразился Господь? Для того, чтобы показать ученикам славу свою. Но почему Он показал ее именно перед страданиями? А для того, чтобы научить апостолов и всех нас, что путь к небесной божественной славе лежит через страдания, для того, чтобы ученики Христовы, если уж предстоит пострадать вскоре Христу, уразумели бы Его страдание вольное для спасения мира. Между тем, это-то и не могли долго уразуметь апостолы. Божество Христово они уже исповедовали ясно. Еще незадолго до преображения Господь ублажил Петра за исповедание божества своего учителя. «Ты еси Христос, Сын Бога живаго», — сказал Петр. Но когда Господь после этого исповедания начал говорить о предстоящих ему страданиях, тот же Петр начал прикословить: «Будь милостив к себе, Господи, не будет тебе это с тобою». И Господь, увидев это прикословие искушения сатаны: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». И долго еще ученики Христовы не могли уразуметь необходимости значения страданий своего божественного учителя. Когда шел Господь после преображения в Иерусалим на страдания, ученики Его ужасались и, следуя за Ним, были в страхе. Они боялись предстоящих страданий. Вот почему явившиеся на горе Господу Моисей и Илья говорили с Ним об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме, то есть о предстоящих Ему страданиях, ведущих к небесной божественной славе. Не столь ли и мы, мало братья, постигли тайну страданий и значение их в нашей жизни? Постигли ли мы когда сколько-нибудь, что последование Христу должно быть путем труда, подвига и страданий, путем крестоносным? Когда какая-то радость посещает нас, то мы готовы молиться и говорить: «Господь посетил нас радостью, Божий дар мне дал Господь, мой сын поступил в университет», например. А вот когда нас посещают страдания, мы редко когда скажем: «Господь посетил меня страданием». Чаще всего у нас бывает уныние и ропот. Не научились мы еще видеть в страданиях славу Божию. А к этому именно и призывает нас Господь через праздник преображения и через все свое житие, и свое крестоношение вплоть до Голгофской, до своей Голгофы. Мы все несем свой крест, и у всех своя Голгофа. И если мы не научимся видеть промысел Божий в наших печалях, скорбях и страданиях, тогда для нас напрасна была смерть Христа. Мы сердцем своим еще не приняли ее. Да, давайте, братья и сестры, оставшееся время нашей жизни, дай Бог, чтобы нам хватило этого времени, научиться видеть Бога и видеть промысел Божий не только в радостях и удовольствиях этой жизни и дарах приятных этой жизни, но также и в страданиях. Да даст нам Господь вместе со своей Голгофой зайти и в Царство Божие. Аминь.